Всех Пуран, Махабхага Пурана является звуковым воплощением Господа Шри Кришна Чандры. Она очень сокровенная и несет благо всему человечеству. В стихах 10 песни Шри Шукадева Госвами описывал славу Шрилы Баладевы Прабху. Дочери Лакшманы, на которой она должна была выбрать себе мужа. В то время, как проходила эта церемония, Самба, сын Джамбавати, появился на этой церемонии и похитил Лакшмана. Тогда все Кауравы очень гордо заявили, что этот мальчик, он совсем потерял чувство меры, он совершил оскорбление, мы должны просто поймать его, связать веревку и заключить в свою кирю. Тогда схватили Самбу и заперли его в темнице. Таким образом, Карна, Шала, Бхуришрава, Ягья-кету,
and Suryodhana. И Suryodhana. These combined, they attacked on Sambhu. Общими силами атаковали Sambhu и пленили его. Sambhu armed them with them. They tried to check Sambhu. Shutta Yudhya came to see Vishnu. Would you know that Vishnu will come now here? Все равно, несмотря на то, что они знали, что в Ришне они появятся и вступятся за Самбу, они сказали, что если Ядавы появятся здесь, даже тогда все их усилия, вся их гордость будет разбита. Мы разрушим всю их гордость. Таким образом, когда они погнали за ним, они стали кричать ему: «Остановись, остановись!» И стали обстреливать его стрелами. Самба выпустил свои стрелы в ответ и таким образом Самба противостоял в одиночку шести великим воинам. Своими четырьмя стрелами он убил четыре коня, и одной он убил колесничего, и так разбил колесничего. And we are six, even then you are fighting with us. So, Tatte Vyapujyan, they praised the sun. Тогда эти великие воины, они вознесли ему хвалу. Ты в одиночку противостоишь нам шестерым. So, Tatte Vyapujyan Chakru, Chattara Chakran Haya. So, four of them четверо killed the four horses, one to one sarthi, убили четырех коней, один убил колесничего, разбил лук сам. Таким образом, они схватили его, когда он уже был без колесницы. Very hardly they could able to caught the sun. Очень жестоко они связались с ним, связали его и
преступлением. Таким образом, пленив Самбу и заходил Лакшману, они вернулись в свой город. Все ядовы очень разгневались. Взяли Махараджа, они собрались выступить с битвой против Кауравы. Но Баладев Прабху сказал, что это неправильно будет, если мы начнем войну с нашими родственниками. Вришна, однако, были готовы сразиться с Кауравами. Вторая Махабхарата могла разразиться в каждую минуту между Кауравами и Ядовами. Поэтому Баладева остановил всех, отклонил их предложение. Он сказал, что эта битва не должна произойти, потому что Куру и Кришне, мы родственники, я сам поеду в Хастинапур, сказал Баладева Прабху, и постараюсь убедить их отпустить Самбу и Лакшмана и прекратить самовражду. Таким образом, Шри Баладева Прабху зашел на колесницу и отправился в Хастинапур. Его колесница сияла подобно солнцу. Адитья Варчаса означает сияла подобно солнцу. Адитья означает Сури. Шибаладев был окружен брахманами и старшими членами семьи. Он выглядел подобно Луне, окруженной звездами. Луна окрашена другими звездами. Шри Баладев прибыл в Хастинапур и остановился в саду за пределами города. Он отправил Удаву к Дхритараштре, чтобы Удав объяснил ему, что Удав разумел его своей проповедью. Удав пришел к Дхритараштре и поприветствовал его. Амбикапутра. Дхритараштра был сын Амбики.
Бишма Дронам Чапалика, мы также поприветствуем Бхай Бишму Дроначарию. Тогда Шри Балдева, Шри Уда передал, что Балдева Прабху находится неподалеку от города, и вы должны встретиться с ним. Он хочет, желает видеть вас. Understood that Shri Ram has come here. Sutama. Shri Ram is our friend. And he has come here. Услышав, что Шри Рам находится в Хастинапуре, у стен Хастинапура, они считают своим другом, отправились поприветствовать его и предложили ему различные подарки. Таким образом произошла их встреча, и Баладев сейчас стал говорить. Чи Баладев в первую очередь поприветствовал их соответственно, так как полагается в соответствии с этикетом вед. Он и предложил им проведя арчану. Шри Баладев стал говорить с ними очень приятными словами. Shri Baldev has respected them all, offering them the devotional items, arghya. Предлагая арghya. And they all, Kaurav, also respected Shri в свою очередь Кауравы, они тоже выказали глубокое почтение. Они сложили руки, склонились к стопам, и таким образом поприветствовали его. В то же самое время Шри Баладев благословил их. The welfare of their relatives, Shivam Anandaya, that everybody is very fine, healthy, and in prosperity. So, Balabhu Shukla, they hurt their relatives as they are very well. Their well-being. Чувствуют ли они себя очень хорошо, все ли благополучно? Спросил все ли нормально, и затем Баладев Прабху стал говорить. Put this proposal. И поднял этот вопрос. To Shri Kaurav, that as you have перед Кауравой, если вы some, если вы вернете some from то, что вы держите
за точение самбу, это неправильно. Вы должны вернуть его, и наши отношения должны восстановиться. Сегодня у нас Адвайта Саптами. День явления Адвайта Ачари. Его день явления. Шри Адвайта Ачари является Бхагават Махавишну Сварупой. Шри Адвайта Ачари, жену звали Ситади. Ситади. Адвайта Ачари ка ек нам е Ситанад. И поэтому его называют Ситанад. Шри Пундрикшани ки катакана. जब महापुरुष का जन्म नहीं हुआ और सर्वत्र नदियां में और शांतिपुर में जब पूरे बंगाल में ये देख रहे हैं कि वहां पर गोमंगला चंडी उनकी आराधना की जा रही है सब लोग चंडी आराधना कर रहे हैं कृष्ण का बस नाम तो ले रहे हैं परंतु कृष्ण के साथ में भक्ति नहीं है जो भी चंडी उपासना है वो सब अर्थ को प्राप्त करने के लिए दुखों को दूर करने के लिए देवी की उपासना हो रही है मंगला चंडी की उपासना हो रही है और सर्वत्र सब जगह मांस मदरायों के द्वारा देवी की आराधना करने की प्रवृत्ति चल रही है कल बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है उस समय श्री अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा की महाराज जी भी ऐसे नहीं कि तेरे को कौन ऐसा चांदी दी चांदी मैं कृष्ण का आविर्भाव यहाँ पर नहीं करूँगा मैं कृष्ण का आविर्भाव करूँगा और ये विचार करके श्री अद्वैत आचार्य गंगा जी के किनारे आप विराजमान हैं और वहां पर विष्णु पूजन तुलसी दल और गंगा जल इनके द्वारा श्री सालग्राम जी की पूजा करते हुए विराजमान सालग्राम जी की Шри Адвайт продолжал ему поклониться Чанди Деви в это время. Мальчик отказался, но после уговора отца он поклонился, и Чанди Дева разлетелась на куски. Позже Адвайта Ачарья поклонялся Господу Нараяне, поднося ему листья туласы. It's my pleasure that I am going to describe the glories of Shri Advaita Acharya. In Advaita Acharya, Shri Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu. Удовольствие, что я могу поговорить о Адвайта Ачарье. Шри Карнарашай, Гарбодшай и Чиошай. Махавишна является Карнарашай, Шри Нараяна, который был Прокрутили. Мы не любим. Прокрутили. Ага. Адвайта Ачарья.
Адвайта Ачарья является Махавишну Аватар. Он elder to Sri Chaitanya Mahaprabhu approximately 52 years. Он старше Чайтанья Махапрабху приблизительно на 52 года. He has two houses. У него было два дома. Один находился в Навадвипе, а другой находился в Шантипуре. Но его основное место проживания находилось в Шантипуре. Его дом стоял на берегу Ганги. Шри Адвайта Ачарья был сыном Кувера Ачарьи. И он был очень-очень образованным и уважаемым, богатым человеком. Шри Адвайта Ачарья был главным проповедником Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагават Гити и Бхакти Шастра. И с самого начала он был, с самого начала его жизни он был полностью поглощен Бхагават Бхакти. И он видел, что если бхакти не преобладает в обществе, то сердце его переполнилось страданием. Он решил, призвать Шри Кришну. Он мечтал о том, чтобы Шри Кришна явился на этой земле, и поток бхакти наполнил это общество. Он очень сильно, очень громко кричал: «Кришна, Кришна, Кришна! Явись, явись!» Он призывал его постоянно. Из-за этого крика Адвайта Ачарья принял обет: «Я не буду Адвайта Ачарья, если Шри Кришна не явится в этой Кали-юге». Все говорят, это невозможно. В Кали-югу Кришна не принимает инкарнацию. Но Шри Адвайта Ачарья сказал: «Это мой обет. Если я сделаю так, что Шри Кришна явится даже в Кали-югу». И тогда он стал поклоняться водой Ганги и листьями Туласи. Он предлагал эту воду и листья Туласи. И он призывал: «О, Кришна, явись, явись!» У Адвайта Ачарьи было пять сыновей. Среди них один сын был очень дорог ему. И этого сына звали Ачюта. Все, что говорит Ачюта, это суть всего. Шри Адвайта Ачарья был великим преданным. From beginning, very beginning, и даже до того, как
Чайтанья Махапрабху явился на этой земле. Он уже распространил бхакти по всей Навадвипе. Но он очень опечален состояние божества, которого оно пребывало. Поэтому он ждал постоянно, когда Махапрабху явится. That person is not carrying the qualities and glories of Shri Vishnu. Vishnu Tattva is not is there. Then he will be dead. Or he will not be. He cannot bear the power of that servant. Shri Jagannath Pandit and Shri Shachima seven daughters потеряли семь дочерей. Каждый раз, когда рожалась девочка, они отправлялись к Адвайта Ачарье, и Адвайта Ачарье пытался Если у этого ребенка симптомы Вишны, признаки Вишны, таким образом, семь дочерей Джаганнатхи и Мишны, оставили. Когда Шачима Ишвару когда Вишварупа явился в очереди Вишварупа. Вишну. Then he also saluted Shri Shachima. Когда Шачима делал Вишварупа, тогда они тоже отправились к Адвайта Ачарье. Адвайта Ачарья, он понимал, что сейчас в очереди Шачимати находится Баладева. Таким образом, Вишну потоку Ганги, и он увидел, что лотос плывет по течению он плывет против течения Ганги. В это время Шачимата принимала омовение в Ганге, и этот лотос плывет против течения, коснулся живота Шачимати. И теперь он понимал, что Верховный Господь находится в очереди Шачимати. Whenever this person do salute, then my
Вся Чимада перепугалась очень сильно, потому что как только сколько раз Адвайта Ачарья предложил мне свои поклоны, столько раз я потеряла своего ребенка. Но мне кажется, по-другому, Адвайта Ачарья был очень счастлив. Ребенок в чреве Вся Чимады. И никаких проблем не Когда Чайтанья Махапрабху явился, он долгое время не отказывался принять молоко материнское. Все обратились к Адвайта Ачарье. Он был великим великой личностью. И решил абсолютно любую проблему. Таким образом, все соседи Шачимады, они прибежали к Адвайта Ачарье, и он выгнал всех их из комнаты и пригласил Шачимаду со своим ребенком чтобы они зашли, вошли в алтарную комнату, которая находилась в дереве Амни. Адвайта Ачарья взял в свои руки Чайтанью Махапрабху и сказал Шачимаде, Он спросил, почему ты не пьешь молоко своей матери? Тогда Чайтанья Махапрабху Очень еще совсем младенцем, грудным ребенком, дал такой ответ, ты не дал Харинам Шачимаде, поэтому я не могу принять это ее молоко. Адвайта сказал, приняв рождение на этой земле, ты должен следовать природе младенцев. И младенцы, они должны пить молоко своей матери. Поэтому Махапрабху ответил, что до тех пор, пока ты не дашь Харинам Шачимаде, я не прикоснусь к твоему молоку. Все это происходило под деревом Ним. Шри Адвайта Ачарья. Это все происходило под деревом Ним, и по
близости никого не было, все наблюдали издалека. И было похоже на то, что Адвайта Ачарья совершает какие-то тантрические ритуалы, повторяет тантрические мантры. И что Чайтанья Махапрабху после этого начнет пить материнское молоко. Адвайта Ачарья очень сильно любил Вишварупу Прабху. И когда Гаурахари, он был совсем маленьким, он бегал повсюду, совершенно голенький, украшенный, очень красивый. И Шачима однажды сказала: пойди, пожалуйста, и позови своего старшего брата на обед. Тогда Ши Нимай, маленький Нимай, он отправился в дом Адвайта Ачарьи, пришел туда и увидел своего старшего брата. Адвайта Ачарья был поражен красотой мальчика, и также все собравшиеся преданные, они забыли обо всем и, не отрывая глаз, смотрели на этого ребенка, на его трансцендентную красоту. Со временем Шри Чайтанья Махапрабху тоже стал присоединяться к преданным, которые приходили к Адвайта Ачарье и слушал эту харикатху. Когда Вишварупа Прабху приняла саньясу, то мама Шачи была очень и очень опечалена. Она не могла найти себе место. И во всем обвиняла Адвайта Ачарья, потому что она считала, что во всем виноват Адвайта Ачарья. Но Махапрабху хотел нейтрализовать это оскорбление. Когда Махапрабху начал свою миссию Санкиртаны, он сказал, что, что я не дам своей милости Шачима, потому что она гуру аппарата. Потому что она в сердце имеет плохие мысли Шри Адвайта Ачарьи. Шачимата, она очень извинялась. Готова искупить свою вину. You are not having good feelings, and you should
Махапрабху сказал, ты в своем сердце имеешь неправильное отношение к Шри Ачарье, поэтому ты должна прийти при Бхакти Васудевам и попросить у него прощения. Когда Шачимата пришла поприветствовать Адвайта Ачарью, попыталась попросить у него прощения, Адвайта Ачарья отверг это и стал возносить ей молитвы, стал прославлять ее как всех матерей этой вселенной. В конце концов, потерял сознание и получил шанс прикоснуться к его чистым стопам, попросить его прощения. Тогда Шри Адвайта Ачарья проводил церемонию Шрады и пригласил на эту церемонию всех брахманов Навадвипа. То среди всех приглашенных был Харидас Тхакур. И по традиции Шрада Патра должна была быть предложена самой... самой уважаемой личности. И Адвайта Ачарья предложил Шрада Патру Харидас Тхакуру. Тогда установил таким образом сиддханту, что один вайшнав, он превышает даже своей ценностью 100 брахманов. Они не могут с ним сравниться. Таким образом, Шрада Патра была предложена Харидас Тхакуру. Chaitanya Mahaprabhu, while after his pilgrimage to Gaya, he returned in Navadvipa and he started Mahaprabhu вернулся из своего паломничества в Гаю. Он попал, пришел на Навадвипу. Там он стал являть свою Махапракашливу. Шри Чайтанья Махапрабху отправил послание Шри Адвайта Ачарье, было сказано, что ты должен прийти в Навадвипу и присоединиться ко мне. А Адвайта Ачарья In the house of Shri Nandanachari. And he did not appear there. Then she changed the Shri Nandanachari. И тогда Нимайпанди сам отправился и сказал, ты здесь, ты должен пойти со мной. Тогда Адвайта Ачарья хотел понять, насколько Махапрабху является всезнающим, всевидящим. И Адвайта Ачарья получил это подтверждение. Постоянно на своей Навадвипе находился Шри Чайтанья Махапрабху. Однажды Адвайта Ачарья подумал,
И мой Пандит всегда выражает мне почтение и никогда не наказывает меня. Поэтому до тех пор, пока я не получу его наказание, его милость, которую он проливает на меня, не будет полной. Однажды, в то время, когда все преданные собрались, то Адвайта Ачарья стал прославлять йога-шастры и принижать значение бхакти. Он говорил, что гьяна — это основное знание, а бхакти является просто тот, кто получает освобождение. Кто получает освобождение, он получает его благодаря гьяне. Таким образом, он прославлял гьяну. Махапрабху Гаурахари, он очень сильно разгневался. И скачал и сбил с ног Адвайта Ачарью. И сидел у него на груди, он стал наносить ему удары один за другим. Ты должен приговаривать, ты должен принять превосходство бхакти над гьяной. И до тех пор, пока ты не примешь это, я буду тебя бить. Очень долгое время это продолжалось. Адвайта Ачарья отрицал и говорил, что гьяна выше, гьяна выше. А Махапрабху все продолжал его бить. Тогда сердце Адвайта Ачарьи преисполнилось наслаждение. Признал, что сейчас я полностью удовлетворен и являюсь Крипападой. Он признал превосходство бхакти. Когда Махапрабху принял саньяс, после этого Шри Нитьянанда и Махапрабху вернулись на Навадвипу. Махапрабху, которого теперь звали Шри Кришна Чайтанья, он все время плакал, где Бриндаван, где Бриндаван, отправьте меня во Бриндаван. Махапрабху постоянно пытался убежать во Бриндаван. И однажды он уже был на пути во Вриндаван, но благодаря шатрасти Нитьянанда Прабху он свернул на дорогу к Шантипуру. Когда он осознал то, что находится в Шантипуре, он увидел что на лодке подплывает Адвайта Ачарья. Адвайта Ачарья
поприветствовал его Махапрабху, который тогда не принимал пищу, отбылся в Ганге, зашел на лодку Адвайта Ачарьи, и Адвайта Ачарьи перевез его к себе, на другой берег, в свой дом. И первую бхикшу, которую Махапрабху получил, он получил от Адвайта Ачарьи. Он приготовил поршень. Он приготовил три порции и предложил их Чайтанье Махапрабху, Нитьянанде Прабху и Шри Нараяне. И накормил Вел очень сладкий разговор с Нитьянанде Прабху. Я так голоден, а ты мне предлагаешь всего лишь какое-то мизерное подношение. Это не может утолить мой голод. Таким образом. И он брал тогда свои остатки своей пищи и кидал их в Адвайта Ачарьи. Еще Адвайта Ачарьи показывал, что он очень разозлился, но в то же самое время говорил своей супруге Сиддхадеви, что не обращай внимания, он проливает таким образом до меня милость. И наш дом теперь украшен остатками Махапрасада Нитьянанде Прабху, и непременно он преисполнится всем благоприятным. Нитьянанде Прабху и Шри Адвайта Ачарья вели разговоры. Адвайта Ачарья говорил: «Я бедный брахманин, все, что у меня есть, это не надо тебе. Я не принял. Ты принял саньяса не для того, чтобы удовлетворять свой желудок. Ты должен контролировать себя. Не можешь накормить нас по-человечески, тогда ты не должен был приглашать нас в гости. Ты должен предложить нам всего в большом количестве, а мы уже сами тут решим, нам есть или нет. Но если у тебя нет такой возможности приглашать нас или приготовить такое большое количество подношений, тогда нечего было нас приглашать в гости. Таким образом они проводили свои игры, и Нитьянанде Прабху проливал свою полную милость на Шри Адвайта Ачарью. Шри Адвайта Ачарья является главным лидером Бхакти Марга в Навадвипе. Sannyas, then Shri Advaita Acharya and Shri Sachin, Shri Vishnupriya, both has lead that the whole Bhakti process Адвайта Ачарья и Вишнуприя, они стали проповедовать с большим энтузиазмом бхакти по всей Навадвипе. И в конце, в самом конце,
однажды отправил письмо Чайтанья Махапрабху, в котором говорилось, там была загадка. В этой загадке было написано, что рис был распространен повсюду, и сейчас уже нет необходимости. Нет необходимости, чтобы один сумасшедший отправлял этот рис другому сумасшедшему. Никто больше не покупает рис на базарной площади. Тогда Махапрабху понял, что Шри Адвайта Ачарья дает ему знак, что его миссия завершена. На следующий год в это же время Махапрабху оставил этот мир. На следующий год после ухода Чайтанья Махапрабху, Нитянанда Прабху, Шри Вишну Прия, Шри Гададхар Пандит, все эти личности в течение года и полгода все ушли. Таким образом, Шри Адвайта Ачарья был главным проповедником бхакти в Гауди Сампрадай. Таким образом, по милости Шри Адвайта Ачарьи мы можем получить бхакти. Чайтанья Махапрабху является Сангхакришном. Шри Нитянанда Адвайта является Прабху. И они Адвайта Ачарьи является инкарнацией Махавишну. Шри Кришна – это Чайтанья Махапрабху, Баладева Прабху – это Шри Нитянанда. Таким образом, очень подробно описано его личность и его деятельность.